Астерий жил в царствовании императоров Валериана и его сына Галлиена. Будучи римским сенатором, он твердо держался христианской веры, несмотря на воздвигнутое в то время гонение. Однажды, будучи по делам в Палестине, он приехал в город Кесарию Филиппову. Там, согласно обычаю, язычники устроили праздник с принесением жертвы идолу. Живший в идоле бес делал жертву невидимой, и это почиталось за великое чудо. Святой Астерий не стерпел, вышел в центр гуляний и своей молитвою изгнал беса из идола. Жертва перестала становиться невидимой, и язычники прекратили совершать свое нечестивое торжество. Тут появился еще один христианин по имени Марин. Он также не мог остаться в стороне, и вдохновленный любовью ко Христу Спасителю, он разрушил жертвенник и при всех исповедал себя христианином. Язычники схватили его и жестоко мучили, а затем отсекли ему голову. Астерий, присутствовавший на казни, снял с себя сенаторскую одежду и завернул в нее голову и тело святого Марина. На своих плечах он отнес останки мученика и с честью предал земле. За этот поступок Астерий сам был осужден на ту же смерть. Мученическая кончина святых последовала в 260 году. Августа. День памяти святых мучеников Марина и Астерия.